«Европа, помни историю». Российская выставка, посвященная Холокосту, открылась в чешском парламенте. Главная цель – напомнить об ужасах, которые принес народам фашизм. Дипломаты намерены остановить участившиеся попытки переписать историю Второй мировой войны. В ряде стран пытаются принизить заслуги Красной армии в победе над фашистской Германией. Именно советские воины освободили сотни тысяч узников концлагерей в Европе. На выставке представлены редчайшие фотографии и письма очевидцев тех страшных событий. Наверное, один из самых уникальных документов, представленных здесь, это письмо Отто Франка, отца легендарной Анны Франк, на бланке немецкого Аушвица, датированным 23 февраля 1945 года, День Красной Армии, письмо своей матери. Он еще не знает судьбу своих родных, не знает судьбу дочери Анны, но он пишет, что он рад ей сообщить несколько строк о том, что «меня спасли русские». Чехия стала первой страной, членом Евросоюза, где демонстрируется выставка. Помимо Праги, экспозицию представят в Центре изучения геноцида в городе Терезин.